Что еще хотела добавить к своему первому видеоотчету, то что Марат раньше у нас мылся прохладной водой. А когда сделать ему чуть-чуть погорячее, он сразу же кричал, что горячо-горячо. Вот, сейчас после сеанса с Давидом, он спокойно после бассейна встает под душ, включает себе горячую воду и моется достаточно такой горячей водой. Стоит спокойно под душем, не кричит, ничего. Вот еще какое у нас изменение, что раньше Марат мог целый день смотреть, допустим, один и тот же мультик его прокручивать там или слушать сказку. Сейчас он слушает разные сказки, смотрит разные видео, слушает сказки Пушкина. Вот в этом улучшении. И плюсом самое главное такое улучшение, что он хочет общения. Он смотрит, наблюдает за детьми. Также он ходил с одноклассником в бассейн. И после этого он прямо просыпается, говорит: «Мама, мальчик Антон». То есть хочет, чтобы он пришел в гости. Но Антон к нам приходил в гости, он прямо рад. Пока, конечно, вот такого речевого общения не получается, но он прямо вот радуется, когда к нему приходят в гости. В школе он тоже там с детьми пытается взаимодействовать. То есть вот такие у нас радостные изменения. Вот, спасибо большое Давиду.